22 и 23 августа в Горках Ленинских пройдет ставший уже традиционным международный фестиваль «Джазовые сезоны». В преддверии этого события в научно-культурном центре музея-заповедника прошла конференция, на которой обсудили особенности проведения фестиваля в этом году. «Джазовые сезоны» – это уже второй музыкальный фестиваль, который пройдет в Московской области с начала пандемии. Присутствующую на конференции заместителя министра культуры Московской области Валентину Лиханову в том числе волновали и вопросы безопасности проведения мероприятия. Было решено, что при входе гостям будут измерять температуру, в зоне фудкорта нанесут разметку, а в свободном доступе по всей территории разместят санитайзеры. И сейчас мы переезжаем на новую большую поляну, там почти 2,5 гектара, и достаточно места для того, чтобы все посетители соблюли социальную дистанцию. И это нам дает возможность принять не меньше 1000 зрителей. Во время фестиваля можно будет не только послушать хорошую музыку, но и интересно, используя, провести время. У нас будут и музыкальные мастер-классы, и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. У нас будет школа хоккея Вячеслава Фетисова. Мы как раз сейчас обсуждаем формат. Вопреки закрытым границам ожидается выступление музыкантов из Бразилии, Австралии, Кубы. У нас будет кубинский саксофонист Карлос Эчеварри со своей группой. У нас будет бразилец Джоан дос Сантос. У нас будет потрясающая певица Фантин, которая очень востребована и в Австралии, и в Штатах. И это большая удача, то, что мы смогли ее пригласить на фестиваль. Шестой международный фестиваль «Джазовые сезоны» соберет на своей сцене лучших российских джазменов. Хедлайнерами в этом году станут Игорь Бутман, Лариса Долина и Сергей Мазаев.